И, как всегда, привет. С вами, как всегда, Рампал. И, как и говорил, я был на Суре, ловил берша, как и с лодки, так и на живца. Две точки по одной и той же яме. Только одна на живца, другая будет у нас с лодки, на тенефиш 7 и 8 004. Клюет судак, клюет берш. Трофей мне зашел на донку, на уклейку. Ну, дальше вы это все увидите. Скорость у меня на монстре катушки 27. Закидывал примерно где-то процентов 50 на куст, который вы видите прямо. Клюет, в принципе, неплохо. В принципе, можно и закрыть и судака, и берша на лима, если вам это, конечно, интересно. Джиг-ступеньку выдерживаешь очень неплохо. Граммовка у меня получается 28 грамм. Дальше вы видите сборочку. Сейчас по карте это находится вот здесь. Так что, кому интересно закрыть этих рыбок, для маленьких уровней можно просто джигом пользоваться. Не техаской, как у меня, на джиг тоже неплохо поклевывает. Так что, я думаю, может быть, и вам будет интересно. Координаты либо 63.13, либо 61.14. Старые точки, но они в данный момент работают. Флюрку я поставил в этот раз 19.1. Ну, думал, что судак будет покрупнее заходить, и из-за этого не стал ставить поменьше. Возможно, у кого-то есть желание половить и на ультралайт, так что подбирайте снасть уже по вашим возможностям. Тинифиш, как я уже говорил, семерка и восьмерка, 4.008 и 0.07. И, в принципе, неплохо. На живца отловился на уклейку, пескаря не было. На ерша неплохо заходит, получается, у нас на лим. Так что, смотрите, клипса 35. Так что, опять же, на суре можно что-то половить. Постараюсь еще, есть еще, проклевывается белый толстолоб на старой точке возле палатки. Но вот не могу вам сказать, как это сейчас. Был я дня 3 назад, там поймал 6 хвостов за час. Ну, не считаю, что это прям хорошо, но это уже намек на то, что можно его здесь закрыть. С берега это тоже 7-метровую яму. Половить можно с берега на живца, на уклейку, на пескаря. Также на дохлый заходит у нас, получается, на лим. И нет-нет, проскакивает берж. К сожалению, как только запись видео закончил, зашел трофейный на уклейку берж. И я его просто не успел заснять, так как уже монтировал, а стоял, дальше ловил. Также, как всегда, у нас будет розыгрыш по данному видео. Разыграем, давайте сделаем комплект для тунгуски искусственных приманок, это мышей. Они, в принципе, есть, вы уже знаете об этом, что на них ловят и тайменя, и заходит нет-нет голец с щукой, так что можно половить. Оставляйте комментарии, дальше посмотрим, что у нас по следующему водоему, и по предыдущим вашим комментариям посмотрю, что есть. Всем большое спасибо, с вас, как всегда, лайк, либо дизлайк на ваше усмотрение. Всем синих трофеев, всем пока-пока.